Це сузір'я відоме ще здавна і складається з двох половин – золотої і срібної, або білої та чорної змії. Людина, що народилася під цим знаком, часто буває наділеною особливим завданням. Її шлях – служіння людям, часто навіть самопожертва. Справжній змієносець – це людина, що переступила через свою долю, і для неї відкриваються небесні ворота. Знак Змієносця – це останні 7 днів знака Скорпіона і початкові 7 днів Стрільця, тобто з 15 по 30 листопада. Серед змієносців зустрічаються чудові цілителі та екстрасенси, але не всі можуть скористатися своїм унікальним даром. Ось такий він – загадковий 13-й знак гороскопу. Повертаємося до студії, як анонсували, вже в нашій студії є Веніамін Нікора, якого ми раді представити. Рада вас приветствовать в ефірі з утра. Уже хороша традиція встрічатися в третьому часу нашої програми і говорити по поводу того, що чекає Ніколаївців. Ну і, звісно ж, сьогодні вопрос дня – це по поводу змінності. 13-й знак гороскопа. Я очень много читал информацию в Фейсбуке. Фейсбуке видели ваши ответы, что вы приедете. Мне столько написало людей, существует ли 13-й знак. Понимаете, когда физики начинают рассуждать об метафизике, это выглядит смешно. Когда астрономы начинают рассуждать об астрологии, это тоже смешно. Пусть астрономы занимаются своей астрономией. Мне очень есть одна к НАСА претензия. Вот, надо будет официально это выразить. Зачем они лишили Плутон статус планеты? Угу. Они дали Плутону статус астероида. А Плутон — это же бог подземного царства Аид. Вот. По поводу 13-го знака. Вот зодиакальный круг, да? Угу. Вот эта точка называется точка весеннего равноденствия. Угу. От нее начинается отсчет, первый градус Овна. К созвездию Овен это не имеет никакого отношения. Угу. Я сегодня гулял по Пушкинской, да? Я там не встретил Пушкина, представляете? Ну да. И на Шевченко я тоже сегодня шел на работу, никак да. Шевченко не мог увидеть. Поверьте мне, если вы погуляете по улице Карла Либкнехта, вы не встретите там немецкого революционера. То есть древние разделили круг на 12 равных долей. Вот угу. Здесь точка осеннего равноденствия, угу. Вот недавно была. И они четко делятся на 12 долей. Им дали название в честь каких-то там созвездий. Но прямо сейчас первый градус Овна упирается в знак Водолей, потому что мы угу. живем в эпохе Водолея. До этого была эпоха Рыб. Где-то здесь, на стыке Скорпиона и Стрельца, есть созвездие Змееносец. Угу. Созвездий, откройте карту звездного неба, их столько, что если каждому созвездию дать статус знака, то в каждом градусе зодиака придется по 20... Знаков ставить этих, да? Да, последние градусы Скорпиона немножко отличаются. Но поверьте мне, последние градусы всех знаков отличаются. Ну вот, например, Овен. Начало Овна. Первые 10 градусов Овен созревает. Потом Овен более зрелый. И последние градусы он уже совершенно другой Овен, чем тот Овен, который был в начале. У Скорпиона то же самое. Последние градусы Скорпиона, они очень отличаются. Вот как в ролике только что было. Да, это люди, наделенные мощными способностями. И так Скорпион в целом отвечает за магию. Понимаете? Вот, то есть, таким Скорпиона... образом, можно, скажем так, каждому знаку зодиаку на промежутках поставить еще одно созвездие, еще один знак. И сказать, что еще какие-то хоть 30 созвездий на 30 градусов знака. Вот. То есть, давайте не будем путать астрономию и астрологию. Mm-hmm. Астрология четко делит круг на 360 градусов, делит на 12 секторов. Эти сектора не имеют отношения к созвездиям. Mm-hmm. Например, знак Козерога и созвездие Козерога – это разные вещи. Как великий поэт и улица, mm-hmm. это тоже разные вещи. Мы там не найдем Пушкина, если будем гулять. Да еще если по всей стране побежать по всем улицам. Ну вот, например, Пушкина. Там, вот когда, скажем, приезжают какие-то. Вот, скажем, приезжала Юлия Тимошенко, она проехала по Пушкина. Так что теперь, давайте дадим улицу Юлии Тимошенко. Ну да, но они. Вот то же самое изменилось. Да. Вот он там есть. Прекрасно, здорово, он там есть. Но то, об этом Глоба давно писал. Почему сейчас вокруг этого шумиху сделали, вообще непонятно. Ну вот так, надо было какой-то информационный бум, его сделали по поводу Кстати, змеиноса. Именно сейчас, по этому самому сектору, который многие называют змееносец, проходилась планетка Марс. Угу.
В Николаеве, а что такое Марс? Это машины, это агрессия, это... В Николаеве это выразилось в виде того, что, ну, я в Фейсбук иногда посматриваю, была какая-то не очень приятная авария. И не одна. Да, да. Вот, пожалуйста, по созвездию Змееносец проходил Марс. Угу. Вот, скажем так, по последним градусам Скорпиона. Сейчас Марс перешел в Козерог. В связи с чем я бы порекомендовал... Давайте сперва о плохом, а потом о хорошем. Да, если, на хороших нотах. Да, если о плохом, я бы порекомендовал, прежде всего, ровно в оппозиции Козерогу находится Рак. Раком быть очень осторожными, аккуратными, не конфликтовать ни с кем. Угу. Если у вас есть машина, лучше сдайте ее на ТО и вообще не садитесь за руль. То же самое, но в меньшей степени относится к Овнам и Весам. То есть... До примерно 7-8 ноября у вас, у этих трех знаков, будет период такого напряжения. Угу. Причем совершенно неважно, верите вы в астрологию или нет, но напряжение будет. О хорошем. Козерог, Марс в Козероге будет давать очень выгодные позиции рожденным под знаком Телец и рожденным под знаком Дева. У Дев наконец-то завершаются их все проблемы, вот, и они могут начинать действовать. Ну, для остальных знаков более-менее нейтрально. Вот единственное, не повезло, или наоборот повезло, так это Козерогу. Дело в том, что я Козерог, поэтому я объективно говорю. А сейчас у нас в Весах находится планета Юпитер, то есть Козерогу, мягко говоря, не сладко. Но это не сладко, это много работы, много напряжения, много поездок, много всего такого будет. То есть спать некогда будет. И туда же в Козерог входит Марс, то есть у Козерогов сейчас... Используйте вот это напряжение для достижения более высоких результатов. Угу. Как мы говорили, вот. Создавайте проблемы для себя и решайте их. Да. Что еще хорошего ждет Николаевца в ближайший период времени? Что звезды могут нам хорошего сказать? Угу. Прогнозировать для Николаева вообще очень сложно, потому что Николаев очень-очень специфический город. Вот если же мы говорили о Змееносце, то и в целом о Скорпионе. В Николаеве очень мощное влияние Скорпиона. Там же находится планета Плутон, это планета подземного царства. Под Николаевом, насколько все знают, мощный город подземный, который почему-то до сих пор вот не разработан. Говорят, что если его изучить, то это будет восьмое чудо света. То есть здесь когда-то был подземный город скифский. Вот. Поэтому в Николаеве вот эта энергетика скорпионовская есть. В Николаеве живут много людей, у которых мощные способности. Интуиция мощная, там сила мысли, сила слова. Поэтому прогнозировать для города бесполезно. Очень много зависит от того, что хотят люди. Я хочу быть счастливым, я буду счастливым. Я хочу быть несчастным, я буду несчастным. Поэтому, дорогие николаевцы, ну... Думайте, хотите быть счастливым, будьте. Да, будьте такими. Ну вот, например, как мы говорили, да, что аварии и так далее, что-то подобное тоже ожидается. Нет, это уже завершилось, уже все, да, уже это... Марс перешел в Козерог, уже будет нормально и хорошо, то есть, ну, не должны уже то быть никакие... То есть, опасаться уже нечего. Ну, как минимум, вот до 7 ноября точно. Сейчас Козероги, и что это означает для николаевцев? То есть, если уже то была стихия машин и так далее, то сейчас это стихия чего? Ну, вот таких непредвиденных ситуаций, как вот с авариями, там уже не должно быть. То был вот период, пока он шел по Стрельцу, такой достаточно стрессовый. Вот, так что можно немножко... Не, ну это не отменяет, конечно, расслабляться не надо, но тем не менее... Вот там правила дорожного движения. Движение никто не отменял, понятно, да. Это от звезд не зависит, здесь уже никак. Поэтому. Зависит немножко, но тем не менее. Как говорят, звезды предполагают, а как человеку двигаться по жизни, это уже он выбирает. Ну вот, например, говорю, раком сейчас, да, будет напряжение. Зная об этом, они могут повысить в спортзале нагрузки, они могут там решить построить третий этаж, если у них двухэтажный дом. То есть самостоятельно создать нагрузку. Или нагрузка у них случится. Сама, да. Да. Поэтому творите, и все будет хорошо. Творите для себя чудеса сами. Ну что ж, наша программа добегает завершення. Ми дякуємо нашому гостю, астрологу Веніну Нікору, що сьогодні завітав до нас, розвінчав міф про 13-й знак. Давайте завершимо. Созвездие Змієносця существует.
Но знака... Знака зодиака такого нету. И, надеемся, не будет. Зачем ломать хатки домики? Все уже привыкли, вот это, да, 13-й. Зачем оно надо? Такое число некрасивое. 12 мне больше нравится. Да, второй это карта смерти, между прочим. Так что давайте без 13-го. Как-то не так, да.